Да, на календаре уже третий месяц осени. Во всех дошкольных учреждениях сейчас как раз пора осенних не каникул, а утренников. Да, и наш корреспондент Евгения Малышко решила посмотреть, как проходит день золотой осени в одном из детских садиков в Ленинском районе. Итак, Женя, концерт уже начался? Доброе утро, коллеги. Сегодня в 402-м детском саду проходит утренник, посвященный Дню Золотой Осени. Ребята из средней группы готовились к этому празднику в течение 2 месяцев, долго репетировали, подошли очень ответственно, в предвкушении уже родители, которые уже заняли свои места в актовом зале. Предлагаю пройти тоже в актовый зал и насладиться выступлением. Красиво. Вы, значит, с ней друзья? Да. Веселые грибочки со шляпками стоят. Они такие дружные и целая семья. Может, дети, а зимой поиграть пешки мешкой. Листика, листик, листопа, листья желтые летят. Красные косынки, выставляем ножки. Утренник подошел к концу, дети безмерно рады, ну а родители растроганы до слез. Каждый хвалит и обнимает свое чадо. Коллеги, вам слово. Женя, спасибо тебе огромное, подняла настроение. Дети великолепны.